Самая лучшая косметика природная. Она полезна как для кожи, так и для организма в целом. Ее всегда изготавливали своими руками. Именно этим мы и будем заниматься, постигая секреты красоты и здоровья. Добро пожаловать на программу «Природная косметика». Сегодня я расскажу вам о маске, которую мы будем использовать, чтобы наши руки и ногти были твердые, красивые, блестящие. Потому что часто бывает так, что с ногтями у нас проблемы от плохой экологии, естественно, дурного питания, все у нас идет не так, как надо. А ноготки, конечно, особенно у женщин, они, ну, будем говорить, как визитная карточка, так такая раз ручка, тут такие шикарные ногти. И все, мужчина растаял. Так вот, для того, чтобы мужчина растаял, ваши ноготки были такими плотненькими, эластичными, естественно, им надо дать соответствующее питание, как внутрь, так и наружно. И для этого мы с вами сделаем очень простую, но не менее эффективную маску. Итак, мы с вами возьмем капусту. Капуста должна быть свеженькая. Картофель. Картофель тоже должен быть свежий. И вот картофель такой, хорошо его помойте, картофель свеженький. И все это измельчим на мелкой терке, один к одному. Итак, мы с вами берем капусточку, терочку поменьше. Вот смотрите, я беру даже вот эту вот аж терку и начинаю тереть. Вот, измельчаем. Так, пошло. А, запах капусты. Кстати, в капусте содержатся такие вещества, которые как раз и нужны для того, чтобы ногти наши были не ломкие, а такие, знаете, эластичные, твердые. Итак, натерли капусточки. Смотрите. У нас получилось сколько капусты. Вот. А, запах какой. Здесь содержится хлор, который дает как раз вот такой вот еще специфический запах отдает. Так, теперь мы с вами сюда добавим картошки. Свежие картошки берем. Картофель, разрезаем его, так, и опять-таки на самой мелкой терке мы его натираем, вот так, получается свежее такое пюре картофельное, содержащие ферменты, содержащие биологические вещества, активные, в которых нуждается как кожа рук, так и ногти. Сюда аккуратненько. Вот это все один к одному у нас идет. Все это хорошенько мы с вами перемешиваем. Теперь сюда еще добавляем сметаны. Зачем мы добавляем сметану? Кстати, сметану можно брать пожирнее. И знаете для чего? Для того, чтобы вот этот жир, который находится в ней, он придавал эластичность нашим ногтям. Поэтому хорошенько все перемешали. Так. Смотрите, какая масса получается красивая. Невероятно активная. Ах, хорошо как. И такая интересная консистенция, так ее и хочется мешать. Теперь мы с вами берем и все это намазываем на наши ручки. Намазываем наши ручки таким слоем примерно где-то в 4 миллиметра, то, что надо, пальчики не забываем. Все это мы, значит, с вами
Смазали хорошенько. Вот так вот. Да, кстати, вот такие приятные охлаждающие маски делаем для наших рук. А для того, чтобы наши ноготки получили питание, мы это все еще вот так вот окунаем в эту массу и держим в течение 10-15 минут. Вот так вот натираем. Хорошо. Великолепно успокаивает процедуры. Вы знаете, на что уж я мужчина, но вот я начинаю их делать, и я в них влюбляюсь все больше и больше. Это действительно дань своему телу для того, чтобы вы получили отдых, удовлетворение, восстановили свои силы и как-то полюбили себя. А когда вы будете себя любить, то, естественно, ваш организм будет более здоров. 10-15 минут. Вот, все это мы с вами сделали. Процедура окончена. А теперь надо все это убрать. Обычно мы используем проточную воду без мыла. А здесь мы будем с вами поступать совершенно иначе. Мы с вами будем все смывать в молоке. Молочко возьмите пожирнее. И когда мы с вами будем тщательно все это смывать, знаете, что еще идет? Идет дальнейшее продолжение этой приятной, полезной и нужной для здоровья ногтей и кожи рук процедуры. Вот так вот все смывается. Эти все еще вещества продолжают поступать к нам в кожу, делая ее эластичной, повышая в ней тургор, вызывая процессы омоложения и, естественно, придавая эластичность нашим ноготкам. Поэтому не спешите, уделите себе время и делайте. Такую процедурку можно делать раз в недельку. Лучше всего после работы, чтобы никто вам не мешал. Вот, сделали, омыли. Убрали все тщательно. И я советую не ополаскивать в воде, а просто-напросто взять тряпочку и все это вытереть. Пускай она еще будет продолжаться, наша процедура с вами. И вы знаете, я вот ее делаю и чувствую, как организм, как кожа с любовью, буквально-таки на уровне подсознания, меня благодарит. Это, знаете, великолепное чувство ощущать, когда твой организм тебя благодарит за любовное и бережное отношение к нему. Мы любим дорогие машины, ухаживаем за ними, но вот о своем теле мы не следим. Если вы будете следить за своим телом, ваша кожа будет бархатной, великолепной и ну, как, какое-то состояние особого, знаете, такого, какой-то радости. Итак, делайте эту процедуру и будьте здоровы. Доброго вам здоровья. Помните, то, что полезно для вас, полезно для вашей кожи. Отдавайте предпочтение природной косметике, приготовленной своими руками, с любовью к самому себе. А мы вам в этом будем помогать. Вы смотрели программу «Природная косметика». До новых встреч!